Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 743. Как изменится радиус окружности, если длину окружности увеличили на 9,42 сантиметра? Итак, пусть длина окружности была L сантиметров. Тогда стала, она увеличилась на 9,42 сантиметра, L плюс 9,42 сантиметра. Так как у нас формула для нахождения длины окружности L равно 2πr, то как найти радиус? Для этого нужно произведение, то есть длину окружности, разделить на известный множитель 2π. Тогда радиус окружности каким был у нас? L деленное на 2π. И заполним таблицу. Итак, было L сантиметров. Стало L плюс 9,42 сантиметра. Радиус был R сантиметров. А каким стал? Это был. А стал? Длина окружности у нас изменилась. L плюс 9,42 деленное на 2π. Заполняем таблицу. И нас спрашивают, как изменился. Понятно, что он увеличился. И теперь узнаем, насколько увеличился радиус. Отнимем от его, давайте мы обозначим новый радиус буквой Rn. И найдем с вами разность от новой длины радиуса. Отнимем старую, первоначальную длину радиуса. Теперь заменяем формулами, вычтем. У нас с вами разность дроби с одинаковыми знаменателями. Это дробь. Знаменатель переписываем. Отчислители вычитаем. От первого числителя L плюс 9,42. Отнимаем длину окружности. Итак, у нас с вами от L отнять L. Если от числа отнимается само число, получается 0. Тогда в числителе получается 9,42, а в знаменателе 2π. Мы с вами знаем, что π это бесконечная дробь, и для вычислений берут ее приближенное значение до сотых. А это 3,14. И тогда 9,42 мы разделим на 2, умноженное на 3,14. 9,42 делим на 6,28.
чтобы разделить дробь на дробь, в знаменателе которой десятичная дробь, умножим числитель и знаменатель на 100, чтобы избавиться от запятой в знаменателе, потому что запятая перейдет вправо на два знака. И тогда мы получим дробь 942 628. Ну и разделим в столбик 942 на 628. Берем по одному. Остаток у нас. От 12 отнимаем 8, 4. От 3 отнимаем 2, 1. От 9 отнимаем 6, 3. 314. Целая часть закончилась. Ставим запятую, сносим 0. Возьмем по 5. 5 и 8 – 40. 0 пишем, 4 запоминаем. Дважды 5 – 10 и 4 запоминаем. 14, 1 запоминаем. 6 и 5 – 30. 1 запоминали – 31. Итак, наше отношение равно 1,5 сантиметров. Итак, что же мы скажем? Радиус увеличился на 1,5 сантиметра. На 1,5 сантиметра. Итак, как изменился радиус окружности? Радиус окружности увеличился на 1,5 сантиметра. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.